Алексей Кравченко родился в Краснодаре, учился в Кубанском технологическом университете по направлению нефтегазовое дело и закончил его в 2018 году. Сразу после вуза молодой человек поступил в Северо-Кавказский федеральный институт на магистратуру. Признается, быть нефтяником – это мечта детства. Мы очень часто ездили на море. И у нас в крае также идет разработка нефтегазовых месторождений. И там я увидел станок-качалку, который меня заинтересовал. И я впоследствии начал интересоваться этим и узнал, что есть такая профессия, как работник в нефтегазовой отрасли. «Лукойл» является лидером среди нефтегазодобывающих компаний России, поэтому Алексею хотелось попасть именно сюда. Молодой специалист уверен, здесь можно развиваться и профессионально расти. Поэтому после окончания магистратуры и службы в российской армии Алексей отправился работать в «Урай». «Урай» – это, можно так сказать, один из теплых регионов Сибири. Климат более-менее приближен к тому, где я жил раньше. Ну и как бы идти севернее и работать в тех условиях, которые для меня непривычны, ну, было довольно-таки трудно. В 2021 году Алексей Кравченко устроился оператором по добыче нефти и газа, после чего молодой специалист успешно прошел собеседование, и его рекомендовали на стажировку на должность инженера-технолога. Цели глобальные, мировые, конечно же, не строю, но для себя лично я хочу профессионально вырасти, оставаться на должности инженера-технолога. Ну, в большой перспективе, длинной перспективе я не вижу себя. Я хочу подняться выше, вырасти как, ну, минимум инженером в отдел добычи. Это вот одна из первых целей. И коллеги уверены, что у Алексея все получится. Для этого есть все предпосылки. Проявляет себя очень активным молодым специалистом. Не сидит на месте, активно интересуется рабочими материалами. В общем, процесс у него идет очень активный. То есть продуктивно познает работы, дела скважин. Очень быстро у него происходит освоение с рабочими программами типа АИС+, АИС-ремонты. Осложненный фонд он ими уже на третью неделю в идеале владеет. Алексей Кравченко уверен, молодые специалисты «Урайнефтегаза» всегда смогут применить свои знания и продвинуться по карьерной лестнице. Было бы желание, будет и результат. Екатерина Кузьмина, Александр Усков, «Наши города».